Глава региона провел совещание по развитию спорта в Краснодарском крае. По мнению губернатора, условия для занятий физкультурой необходимо создавать не только в городах, но и в небольших станицах и поселках. Чтобы спорт был в шаговой доступности, нужно увеличить количество воркаут-площадок, а также продлить график работы школьных спортзалов. Для меня первая задача глава муниципальных образований – имеющуюся спортивную инфраструктуру держать открытой как минимум 21:00, чтобы дети, которые живут вокруг этих школ, где есть спортзалы, имели возможность прийти в эту школу. Спортзал даже вечером, в неурочное время. Имеющуюся спортивную инфраструктуру давайте использовать на все 100% и даже больше. И создадим в том, что вам по карману, еще хочу, спортивные площадки открытого типа в парках, скверах. А дальше будет второй этап. Будем продолжать строить крытые уже спортивные комплексы, маленькие, большие. Это сегодня государственная задача. Так, уже в следующем году Вениамин Кондразев поручил построить 20 малобюджетных спортивных залов. Заниматься физкультурой в каждом из них смогут как минимум 200-300 человек.